ворвался внутрь завода. Ну же, времени в обрез, он уже рядом. Закрывай ворота! Вот и все, мы выиграли немного времени и остались в заперти лицом к лицу против советского гиганта. Нужно придумать, как удержать завод. Вот же трусы, успели спрятаться внутрь завода. Ну и лихо же ты им навалял, Карл. Пора сообщить профессору Т-26, что завод снова наш. Рано радоваться, товарищи. Завод мы еще не вернули. Они заперлись внутри и просто так сдаваться не намерены. Тогда осталось дело за малым. Просто вынеси эти ворота одним залпом. У меня остались лишь бронебойные снаряды. И эта идея не сработает. А я, кажись, знаю, что мы сделаем. Т-34, обыщи эти ящики с припасами. В них должно хватить взрывчатки. Левиафан не бросит нас на глупую смерть. Скоро прибудет подмога. А пока нам необходимо выиграть время. Что за этой гермодверью, тиран? Технические тоннели. Т-26 никого туда не пускал. Живо открывай эту дверь. Мы готовы выносить эти ворота к чертикам. Подрывайте! Здесь чисто, они куда-то пропали. Вот выродки, мы были в шаге от победы. Они ушли по техническим тоннелям профессора Т-26. Похоже, они попросту тянут время. Раз так, значит скоро придет подмога. Мне бы не помешал ремонт. Кто-нибудь из вас умеет управлять этим оборудованием? Я проходил стажировку у профессора, но как видишь, инженером я не стал, но могу попытаться вспомнить. Другого выхода все равно нету, так что я тебе доверюсь. Вот и отлично, можем приступать.